Так, снятие ошибок в компьютере Renault Scenic. Починил я стояночный тормоз, но там была ошибка. Проблема заключалась, оборвался, как обычно, этот провод. Ну и вышла ошибка, и стояночный тормоз левой стороны не работал с левой. И соединил, все сделал, и ошибка ушла. Но в памяти, скорее всего, ну, не скорее всего, так оно и есть, осталось. Так, поставил я ОБД. Вот он, такой вот ОБД у меня. LM327, он версии 1.5, у меня было 2.1, он не видел нифига и ничего не делал. А это 2.5, да. Вот сюда он вставляется. Так, ну, в общем, все. Начинаем эту процедуру. Снимаем ошибку программой Puren. Так, я ее установил. Как устанавливать, в принципе, если надо будет, дам ссылку на сайт. Там все написано подробно. Так. В принципе, вот запрашивает включение Bluetooth. Включился Bluetooth и выбираем нашу. Я уже активировал все, поэтому он у меня как бы рабочий стоит на. Так, все блоки он уже давно у меня определил. Их всего 10. И сейчас будем искать ошибки. Так, набираем 11, пункт 11, там и Rescan Error. И входим Enter. Все, он пошел искать по всем блокам. В принципе, установка этой программы особой проблемы не занимает. Хорошая программка, но там особых каких-то изменений в ней, в принципе, нельзя сделать. Можно сделать вот это, ошибки убирать, и то не все, которые у меня были, я все убрал. Это самое, сейчас вот это, стояночный тормоз, но там может еще что-то вылезти. Это самое. И что я активировал? Я, во-первых, так, 9 10. Все, он просканировал. Я перевел этой программой. Так, у нас сколько получается? Так, стояночный тормоз 4. Ну да, я включал, выключал. Так, 7-й пункт. И центральный замок. Но это потом я скажу, что это было. Посмотрим, то есть. Так, вот меню стояночного тормоза. Он у меня, этот ОБД, уже давно окупился. Заплатил я что-то около 150 гривен. Так, с Алиэкспресса заказывал. Так, что у нас там? Так, исполнительный механизм левого. Перемещение автомобиля при моменте затяжки. Исполнительная 5. Ну, короче, и все это в памяти. Вот, убираем эти ошибки, чтобы они у нас не мучили. Он дает, вот, чтобы убрать, надо набрать пятерочку. Пятерочку и опять Enter. В принципе, и теперь подтверждение нашего действия. Yes. Набираем. Надо. И опять. И вот он. Все. Чтобы выйти, нажмите Enter. Так, и еще раз смотрим. Единичку набираем. И Enter. У нас все чистенько, ошибок нету, отлично. Так, выходим отсюда, с этого меню. Да, quit надо нажать. Ага. Так, и опять quit, чтобы выйти. Так, и теперь у нас остался центральный. Так, 4-й. Набираем 4-й. Enter. Так.
Ошибка, какие первые тоже пункты, опять Enter. В принципе, ничего сложного, все. Так, что у нас тут? Цепь, лампа, освещения, цепь. Вот я не знаю, в багажном отделении. Непонятно. Хорошо, цепь, питание, считывающий устройство, карточки. Тоже непонятно. В принципе, все работает. Ну ладно. Стираем. Так, опять yes. Набираем. Все. И опять enter. Опять quit. И опять единичку проверяем. Все, пусто. Ничего нету. Все нормально. Так, выходим отсюда. Quit. И сейчас quit. Так, и еще раз запускаем по ошибкам. Enter и смотрим, если у нас еще какие-то ошибочки, но я думаю, ничего нет. Этой программой я поменял интервал замены масла. У меня было 30 тысяч, я сделал 15. В принципе, я посчитал, что так нормально. Я уже не первый раз меняю масло на такой, на таких цифрах. На 15 тысячах. В общем, не знаю, двигатель нормально работает. Доливает чуть-чуть слегка. В принципе, пробег уже где-то около 280 тысяч у меня. Так. О, все, что у нас показывает? Все, ноль. Нигде ошибочек у меня нету. Все отлично. Все. Всем спасибо. Если какие-то вопросы, попытаюсь ответить. Может быть, кто-то мне что-то еще новенького скажет. Все, выходим отсюда. Yes. Все, всем спасибо. Пока. Задавайте вопросы. Может, отвечу.